Всем привет, дорогие подписчики, и в сегодняшнем видео у нас будет такой влог а-ля новая рубрика, которая уже одна серия была, про «Проверено временем» называется, и в этой серии я расскажу просто про свое впечатление, наверное, от данной обуви и от, в частности, от контактных педалей. Стало ли мне легче ездить? И да, отвечу, стало легче. Средняя скорость выросла где-то примерно, ну, километра так 3-4, наверное, вот реально, вот если сам едешь, выросла вот 3-4 километра буквально. Потому что замечал, что на тех же самых участках, где я раньше проезжал, получается, у меня скорость стала средняя больше. Еще какой нюанс в контактных педалях, как я думаю, стало крутить легче, но когда каденс большой. Когда каденс мелкий, то есть у вас маленькая звезда сзади стоит, вы, получается, все равно только давите. Потому что тянуть уже медленно у вас не получается как-то. То есть на маленьком каденсе. Не знаю, правильно, неправильно я объясняю. Я рассказываю сейчас чисто свои впечатления. Кстати, обратите внимание, какая тут у меня красота вокруг. Не знаю, с этой стороны не очень, конечно, красота. Ну, а вот с этой стороны вот такие вот поля. У нас их много. Иногда их сжигают почему-то, уроды всякие. Но это другая тема. Вернемся к нашим велотуфлям. Что могу рассказать о них? Как я их подбирал? Я подбирал, как обычно. Брал от пятки до большого пальца, мерил расстояние ноги. И уже по таблице у продавца заказывал, собственно, данный размер. Данный размер, это у меня 42-й, на вот такой вот крутилке. То есть мы освободили, все. Собственно, леска как бы, да? Чтобы закрутить, нажали, все, типа зашнуровались. Что насчет педалей? Педали контактные у меня. Dior XT M8100. Вот, собственно, что с ними как бы не то чтобы произошло. Видим, что они целые. Да, есть следы эксплуатации, то есть вот это вот контактные места, где обувь трется, и сами встегивания. Что я делал, когда я только поставил контактные педали и, собственно, переобулся в велообувь? Первое, все, наверное, поголовные, наверное, 9 человек из 10 советовали выкрутить пружину на минимум. Что я, собственно, и сделал. Для чего это делается? Чтобы легче было выстегнуться. Может, вы зададите вопрос, сколько я раз упал? Я сразу отвечу, 2. Ну, как упал? Не знаю, напишите в комментариях, как вы часто вообще падаете в контактах и на какой главной скорости. Потому что я на скорости, наверное, ну вот, по велокомпьютеру даже я смотрел в этот момент, когда я падал. У меня было 2 километра скорость. И как это происходило? Вот, к примеру, смотрим. Я еду такой, еду. Мы уже едем там скорость 7 километров и думаем, так, где ж тут повернуть? Давай сюда налево или сюда направо. Ага, давай налево. И у меня скорость уже 2 километра. Я вот так руль поворачиваю. И все. Пизделыньк. Я выпал. Просто не успел выстегнуться. У меня, собственно, нога не успела выстегнуться. И я упал. Но благодаря то, что я был в перчатках, у меня пальцы не стесало на асфальте. Но и на скорости 2 километра, думаю, что тут может стесать. Но все равно приятного мало. Упал. Все, и у меня нога сама уже потом выстегнулась как-то, когда я уже начал падать. Это был первый раз. Второй раз был вообще еще смешнее. Хорошо, что это никто не видел. Я сзади где-то ехал, там все вперед уехали. Я тоже, опять же таки, только теперь уже в правую сторону поворачивал руль. И тоже просто на бок. Но я уже полностью две ноги выстегнул. И красиво так, как спецназовцы в этих... В американских фильмах такие, оп, кувырок, кувырок, такой, фух, встал на ноги, посмотрел по сторонам, никого нет. Четко вообще выпал. Все, это все, что было у меня серьезные из падений в контактных педалей. Там, где я раньше, у меня ноги соскачивали, к примеру, на каких-то там жестких, ну, по моему мнению, жестких спусков, у меня там ноги просто вот с педали, у меня они... Я, получается, еду... Вот, к примеру, я еду, у меня на топталках. Нога вроде стоит. Все, начинает меня колбасить. Нога уже то так, то так, то уже на шатуне нога, то чуть ли не на звезде. И потом в итоге просто бывает такой оп, и нога ушла. Просто слетела.
здесь же такого вообще у меня, ну как, у меня такого в теории не должно быть, ни разу не было. Это меня так удивило, что типа, блин, в чем-то здесь подвох есть. А его, ребята, не было. Просто вот представляете, его не было. Очень интересно, конечно, и жалею только об одном, что их раньше не купил. Потому что сейчас я даже на мелкие какие-то покатушки, я просто, ну, обулся, и все. Я как одно целое с велосипедом. Конечно, да, я, если вдруг меня собьет, не дай бог, конечно, тьфу-тьфу-тьфу, я вместе с велосипедом сразу, я не успею выстегнуться, скорее всего. Хотя несколько раз на светофоре, когда резко затормаживаешь, все равно уже успеваешь выстегиваться. Это просто уже как-то вошло в привычку, что ли. И мой совет, и у вас само оно выработается со временем. За расстоянием, там, где, вот, например, вы хотите возле дерева остановиться, вы уже знаете, что вы там должны заранее выстегивать одну ногу хотя бы. И все. Проблем не будет. Может, я, конечно, дичь какую-то рассказываю, ну, это чисто вот мои мнения, вот я рассказываю про обувь. Кстати, обувь, что с обувью случилось, вот смотрим, не знаю, как будет видно, не видно, хорошо, нехорошо, но надеюсь, все отлично. Ходить в них, ну, блин, не то чтобы непривычно, громко, я так скажу, в подъезде, когда спускаешься, вот этот тот шип железный цокает, как будто какая-то девушка спускается на каблуках. Но это всего лишь я. Как мы видим, шнуровка, леска не порвалась. Все целое, ничего не торчит, не порвалось, ни нифига. Но, правда, немножко грязновато. Ну, как мы знаем, пыли много сейчас. Дождей давно не было, капец, как давно не было. Сейчас, сегодня какое число? 15 октября. И у нас тут уже все, практически все повысыхало. И дождей нету. Тут даже уже трещины в полях такие бывают, что нога влезет, и можно споткнуться, и колесом даже въехать в эту расщелину. Так что я хотел изначально туда проехаться, но посмотрел, там вообще дичь такая, что невозможно ехать. Так что, надеюсь, мой опыт кому-то поможет, хоть минимальный, мизерный, может, что-то кто-то из этого и подчерпнет для себя. Что я еще хотел добавить насчет контактных педалей? Как я говорил в начале, вам нужно было пружину ослабить на минимум, чтобы легче было выстегиваться и в экстренных ситуациях можно было выстегнуть ногу. То есть это вот, вот это вот один шестигранник и второй. Получается две площадки как бы. Сейчас я уже ее знатно так подкрутил, что я даже вот пальцем хочу ее сдвинуть. Ну, вообще немножко ходит. Для чего я это сделал? Потому что у меня как-то нога выстегивалась, когда она была у меня в таким способом стояла. И она как-то у меня вверх или вперед я как-то давил. И она просто у меня выстегивалась. Это на минимуме. Я его потом подкрутил. Все, у меня нога теперь вообще не шатается. Ну как, влево-вправо немножко ходит. Так, люфтит как бы. Потому что оно и должно люфтить. Потому что оно не может быть, чтобы нога просто вот все время ровно была. И благодаря этому, что я подкрутил, сделал ее жестче. Конечно, стало и жестче выстегиваться. Но проблем каких-либо оно не вызывает. Так что вполне не бойтесь этого, со временем подкручивая пружину. Оно даже будет более чувствоваться контакт с педалями и с самим велосипедом. Насчет того, оригинал это или не оригинал, я не знаю. Я уже сколько проехал, наверное, ну 1500 точно проехал. Здесь ни намека, никакой там ни на люфтик, ни на хруст, вообще ничего, абсолютно ничего. Напомню, это у нас Малайзия Shimano PD-M8100 Dior XT. С Алиэкспресса, и ссылочки, разумеется, я оставлю и на педали, и на велообувь. Все ниже будет в описании. И, конечно же, ссылочка на мой второй канал распаковки, который вы обязаны прям вообще вот зайти сейчас, нажать на паузу на этом видео, зайти и подписаться на второй канал распаковки с Алиэкспресса. Вы этим поможете мне, поможете второму моему каналу и вообще всему свету поможете. В общем, подписываемся. И на этот канал тоже. И на группу ВК. И на Инстаграм. И Страва. Там у меня еще и Страва есть. Прикиньте, там шапки есть. В общем, все, на все подписывайтесь. Спасибо. Еще один такой плюс.
скорее всего, по-любому у всех это было, кто часто катается, много, вернее, катается, и у тех, у кого цепь неоднократно уже начинала проскакивать. Вы, когда стоя на светофоре, например, хотите резко тронуться, стоя, не сидя на седле, вот не сидя, а стоя на ногах, то есть на ногах стоя, все. У вас задняя звезда и цепь на ней проскакивает. И, соответственно, вы когда давите, у вас нога может просто уйти вперед, вот так вот, таким фух, и ушла, да? Или же вы даже когда едете, переключились на более низкую передачу, у вас просто от резкого проскакивания сзади цепи на кассете, у вас нога может соскочить. Здесь же это исключается на раз-два. То, что у вас нога постоянно пристегнута. Выстегивается вообще все четенько, легенько. Вот, собственно, стегнулся, выстегнуться надо. Все, клац. Все готово. Смотрю, рубрика более-менее всем людям заходит. Так что большая часть, все-таки я надеюсь, что вы будете дальше смотреть и ставить лайки данному видео. И пишите, конечно же, в комментариях, что вам нужно, чтобы я рассказал свое мнение, там, спустя которое время уже там прошло, там, на какую-либо комплектующую, или из одежды, или там. Ну, в общем, все, вот что вы видели у меня на канале, пишите, я об этом сниму отдельный ролик и расскажу, как оно вообще целое, а не целое. Спасибо за внимание. Не забываем, как всегда, поддержать данное видео лайком, подписочкой и комментарием под видео. Так что всем спасибо. С вами был, как всегда, Андрей. Велосипед Куб. Куб пластилиновый, как все говорят. И канал Китай Велик. Всем удачи и до новых встреч. Увидимся.